решила я второй заход покосить. Но пока я заливала бензин, стал прямо резко поднялся ветер, прямо резко, с таким шумом. Деревья вон как гнутся. И посмотрите, все белое внизу. Это соседние яблони обгнетают. Вот сейчас он поднимется еще раз, подует. У меня, кстати, обрывается. Сейчас попробую залезть. Крыша. На крыше линолеум. Не линолеум. Рубероид. Рубероид. Загибает его. Ой, дверь открывается. Смотрите, белый дождь. Цветочки, лепесточки цветочков. Бедные, бедные яблоньки. Все в цвету. Наверное, оттуда идет дождь. Оттуда идет, наверное, дождь. У меня соседи все уехали. Одна я тут тусуюсь. Неспокойно, неспокойно природе. Я собираюсь ночевать. У меня обогреватель должен быть вверху. Я, конечно, туда еще не поднималась. Там еще ночевали как-то недавно дети. Даже не представляю, чего там. Ну, в общем, я пошла косить. Мне наплевать на ветер, я пошла косить.